Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Прийшли на допомогу. Супрацовники організації і предприємства у регіона працюють на уборці льону у Будакашалёўскім районі. На варте здоров'я насельніцтва обласная санітарная служба отзначила 95-годдзя. Акардеоністы преміум-класа. У Рэчыцы прайшоў першы міжнародны конкурс віртуозаў баяна і акардеона. Без межаў і бар'ераў. У Гомелі навучаць майстэрству гульні ў боча. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. У Гомельскай вобласці завершаецца уборка лёну. У гэтым годзе за ўмоў надвор'я тэрміны пад'ёму льнотрасты сунуліся на 2 тыдні. У няпростай сітуацыі аграрыям Будакашалёўскага района дапамагаюць студэнты навучальных установ і супрацоўнікі прадпрыемстваў і арганізацыі рэгіёна. Падрабязнасці ў наступным рэпартажы. Лён – культура капрызная і заўжды дастаўляе клопат тым, хто яго вырошчвае. Але менавіта ў такой сітуацыі льнаводчыя гаспадаркі рэгіёна апынуліся ўпершыню. За ўмоў надвор'я тэрміны ўборкі культуры з палёў сунуліся па тэхналогіі. Пасля скошвання лён павінен некаторы час вылежацца, потым яго пераварочваюць і ён яшчэ падсыхае. Пасля трасту спушваюць і спрасоўваюць уцюкі. І ўсё гэта, безумоўна, робіцца тэхнікай. Восеньскія дажджы, якія ішлі без перапынку больш за 2 тыдні, не дазволілі лён прасохнуць. Таму падымаць яго прыходзіцца ўручную. Каб выратаваць ураджай, уласных сіл аграрыям не хапае. Прыйшлося звярнуцца за дапамогай да гараджан. Из-за погоды было очень мокрая льнотряста. Значит, поднимали с привлечением населения, поднимали, ставили у конуса, чтобы более-менее провеялось немножко. Значит, у конуса мы поставили, провеялось. Сейчас идет уже работа на последнем этапе. На полях у Будакашалёўскім районе працуюць работники предприемства, организации, студенты из райцентра и Гомеля. Гараджане проблемы аграрыяў зразумелі, адгукнуліся на заклік аб дапамозе. Во все времена была традиция помочь в уборке урожая. И учреждения образования, организации, предприятия подключились для того, чтобы помочь убрать лен. Поэтому мы все вышли на шефскую помощь. Мы работаем интенсивно, чтобы побыстрее выполнить поставленные задачи, поэтому мы справляемся. Павел Сакович, намеснік дэкана эканамічнага факультэта ГДУ імя Францыска Скарыны, разам са сваімі студэнтамі на пад'ём трасты прыязджае ў 4-ы раз. Пры гэтым усе разумеюць сітуацыю, у якой апынуліся аграрыі, і з энтузіазмам працуюць. Лён лежыць здесь, можна даўбраць, понимаете? Вы люди выращивали, труд затратили определенный. И оставить это все, это никуда не годится. Дети понимают, то, что надо сделать эту работу, то, что погодные условия вмешались. Вот. И помощь деревням и селу должны оказать. Подсохлая траста вручную выкладена у ленты, у справу уступает техника. После успушивания трасту закатают у рулоны и отправят на перапрацовку. Каб завершить уборку лёну, аграрям необходимы усяго некалькі погодливых дён. Максим Савин, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель» с Будакашалёўскага района. Працягваем выпуск. Лічаныя гадзіны застаюцца да святкавання векавога юбілею кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэта знакавая гістарычная падзея, якая адкрыла новую эпоху ў жыцці чалавецтва. І нягледзячы на змену 10-годдзяў, яна ў нашай краіне заўсёды адзначаецца. На Гомельшчыне мерапрыемствы, прымеркаваныя да круглай даты, распачаліся задоўга да 7 лістапада. Музейныя установы прадставілі экспазіцыі, прысвечаныя гістарычнай падзеі. У афішы выставы проекты у палацава-паркавым ансамблі, карцінныя галерэі Вашчынкі, музей гісторыі горада і музей ваеннай славы. Кульмінацыя святкавання дасягне заўтра. Дзень 7 лістапада о 10 гадзіне раніцы адкрые мітынг на кургане славы. 50 гадоў таму, калі ён быў насыпаны, стваральнікі заклалі тут капсулу з пасланнем у будучыню. Выняць яго і зачытаць было завешчана праз 50 гадоў у дзень стагоддзя кастрычніцкай рэвалюцыі. І мы падумалі, что об этой капсуле и о том, что там написано, должны знать все. Мы перевезем эту капсулу обязательно на площадь Ленина, где будет проходить большой митинг и праздничные мероприятия. И на площади Ленина мы обязательно озвучим, что же было написано в послании. И обязательно заложим новое послание новым поколениям. Текст подготовлен, и мы очень хотим, чтобы люди, которые будут жить уже после нас, почувствовали уже эпоху нашего сегодняшнего дня.
Першим на будучее паўстагоддзе закласці у капсулу новое послание, яго текст зачитаюць. А попереднее от кургана славы на ретро-автомобиле провязуць до площи Ленина, где яго гучаць по часу рачыстага митингу у 11 годин. Затем послание передадуць у фонды музея истории Гомеля. После митинга программу святочного дня протягне реконструкция подей 1917 года. Убачыць ожившую историю можно будет у 11 годин 30 хвилин у Палацова-парковой мансарды. Акрамя того, падрыхтавана святочная концертная программа. Слухачоў чакаюць на открытой эстраде с 12 годин. Музыка минулого будет гучать у гэтый день и на улицах. Жыхароў и гостей Гомеля чакае масса цікавых тематичных пляцовок и фотозон, як у центры города, так и у яго районах. Надвор'е 7 лістапада будзе спрыяльным, тёплым і без ападкаў. Вецер будзе слабым, раніцай магчымы туман. Тэмпература паветра ўздымецца да плюс 7 градусаў. Без ападкаў будзе і ў сераду. У ноч на чацвер 9 лістапада тэмпература апусціцца да нуля, аднак ужо ў пятніцу зноў чакаецца пацяпленне і дождж. Падобны характар надвор'я захаваецца і ў выхадныя. До інших тем выпуску. Гомельский областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья отзначил свое 95-годие. Диагностика инфекции, профилактика, санитарный контроль, проведение доследования – только частка задач, складенных на эту службу. Про то, как она справляется с ними и какие перспективы вызначае наш наступный сюжет. По дате заснавання гісторыкі медицины признают першинство Гомельской санитарно-эпидемиологической станции на территории усяго былого Советского Союза. Ее урочистое открытие отбылося 29 кастрычника 1922 года. Уже тогда станция имела две лаборатории – прищепочное и дезинфекционное отделение. Зараз, праз 95 годов, санитарно-эпидемиологическая служба региона – это уже 20 лабораторий. Самые буйные – у областном центре Речицы, Мазыры, Светлогорску, Рогачеве и Жлобине. Оснащены высокотехнологичным обсталяванием, якое дозволяет вызначить больше за 1500 видов микроорганизмов, проводить доследование по ветра, хлебы, воды и продуктов харчевания. Я хочу сказать в первую очередь спасибо ветеранам, тех, кто отработал не один десяток лет. Действительно, 95 лет – это такой серьезный уже срок, который прошел испытаниями. И если говорить про дальнейшие успехи и достижения, я не сомневаюсь, что они будут. Служба, конечно же, будет претерпевать изменения в плане работы, и, конечно, будет работать больше профилактической. Ответственность серьезная перед населением области. Коллектив достоин и способен выполнять те задачи, которые ставятся правительством, Министерством здравоохранения, областным исполнительным комитетом и исполнительной властью на местах. Тем, кто справляется с этими задачами, у день 95-годия санитарные службы Гомельщины уручили грамоты и подяки. Усяго больше за 20 узнагород. На урочистом концерте, просвеченном юбилею, так само вспомнили вехи истории. Агучить слово веншавання у гэты день пришли ветераны службы, кіраўніцтва управления аховы здоровья в области, а так само представники службы, которые взаимодействуют с этой сферой. Они работают, у них получается. Они всегда на острие атаки. И иногда вот мы не замечаем просто значение этой службы. А она делает свое дело, помогает медицине работать напрямую там, где клинические есть структурные подразделения, и создает условия для того, чтобы люди выздоравливали, не умирали и быстрее у них все получалось. За это огромное спасибо санитарно-гигиенической службе и эпидемиологической нашей области. Ганна Ковалева, Евген Макінка, Телерадо, компания «Гомель». Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» протягнула реализацию проекта по догляде за детьми, которые находятся у медицинских установок. При этом перевага отдается сиротам и детям, которые остались без опеки батьков. С удельниками проекта познакомились наши корреспонденты. Проект «Няня замест мати» прошел апробацию областной дитячей клинической больницы в вересне минулого года. Его признали поспяховым и вырашили протягнуть у больше значных масштабах. А проша Гомеля проект реализуется так само у Мазыры и Речицы. Переглядели и систему финансования. Летось все выдатки оплачивал «Червоный крыж». Зараз работа доброохотников финансуется за кошт спонсорских сродков. Але головное засталося незменным – допомога в больницах детям, до яких не могут прийти батьки. Медперсонал учреждений, конечно же, оказывает
поддержку, и они ухаживают за этими детьми. Но этого не совсем достаточно, потому что подержать их на руках, просто поговорить, успокоить после любой процедуры, поменять подгузник и просто поиграть и окружить их заботой и лаской – это уже, конечно, обязанности наших нянь Красного Креста. Для удзелу ў праекце адабралі 5 жанчын. У абласной арганізацыі «Чырвонага крыжа» кажуць, што прапановы ад мужчын былі таксама. Але пакуль прыцягнуць іх да догляду за дзецьмі не рызыкнулі. Алеся Кудленка прыходзіць у гэтую палату штодзень, апрача выхадных. Працоўны дзень з 8.30 до 17. Увесь гэты час прысвечаны гульням з дзецьмі. Ужо ў бліжэйшыя дні за спонсарскія сродкі «Чырвоны крыж» набудзе развіваючыя гульні, і тады зносіны стануць яшчэ больш разнастайнымі. Але ў любым выпадку нічога не заменіць душэўнай цеплыні и широкого желания допомагать. Год назад я оказалась в подобной ситуации. У меня ребенок заболел и попал в палату, где место для мамы не предоставляли. Я очень сильно расстроилась, и все свободное время я посещала его, и тоже лежали такие детки. Мне было очень жалко, на самом деле. И вот я решила свой вклад внести. Сёння абласной арганізацыі «Чырвонага крыжа» кажуць аб жаданні далучыць да праекту яшчэ некалькі населеных пунктаў. Алекс Сінцюроў, Дмітрый Котаў, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Рэчыцы прайшоў фінал першага міжнароднага конкурсу баяністаў-акардэаністаў «АКО-прэміум-2017». У ім прынялі ўдзел больш як 90 выканаўцаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі і Польшчы. Салісты і ансамблі змагаліся за званне лепшых у некалькіх узростовых катэгорыях. З музыкантамі пазнаёмілася Ганна Каральчук. Першы міжнародны конкурс сярод віртуозаў баяна і акардэона ўключае два туры. У першым журы прымала работы па электроннай пошце. Музыканты дасылалі відэа з выкананнем свайго конкурснага твору. Усяго паступіла 262 заяўкі з 7 краін – Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, Літвы, Латвіі і Кітая. У фінал выйшлі 94 ўдзельнікі. Гэта і музыканты высокага ўзроўню, і навучэнцы музычных школ ва ўзросце ад 7 гадоў. У другім этапе аўтарытэтная журы слухала выступленне канкурсантаў на сцэне дзіцячай школы мастацтва ў Рэчыцы. Я ўже ўчаствовала многа, гдзе начынала з горада Гомеля, мой сябар баяну. Это было ещё в 2007 году. Вот, я был там лауреатом первой степени. А потом был Брест, потом я был в Великом Новгороде на всероссийском конкурсе Рахманинова, в Донецке. Мне нравится преподавательская деятельность. Я уже параллельно с учебой, я также преподаю в музыкальной школе в городе Минска. Вот, и мне нравится, конечно, ансамблевое музицирование. Завтра я буду играть с цимбалисткой. Баяны и акардеон давно перестали быть выключно народными инструментами. Для их існуюць и классичные, и сучасные творы. Для того, как домагчыся сапраўднага майстерства, вядома, треба шмат намаганняў. Тут потребна не только техника, але и душа. Каб оценить выступление, у журы запросили заслуженных артистов, лауреатов международных конкурсов и выкладчиков ВНУ. По их словах, первый в Беларуси масштабный конкурс организованы на высоком уровне и, безумовно, допоможе развить таленты детей и подтримать молодых выканавцев. Конечно, они общаются между собой в первую очередь. Педагоги их не общаются тоже между собой, делятся какими-то впечатлениями, мастерством, дают друг другу советы какие-то. Вот они послушают концерт членов жюри, это всегда только идет на пользу. Разные манеры, разные школы исполнения. Они чем больше будут знать, тем больше будут эрудированы. Способней. Довольны все члены жюри, мы же между собой общаемся. То есть все проходит прекрасно, дай бог, чтобы так и продолжалось. Упрыгожанням конкурсу стала концертная программа. Выступление российского трио-баяниста в «Гармония», концерт членов жюри и нумары лауреатов конкурсу. Так само подчас трех конкурсных дзён в школе мастацтва проходила тематичная выстава баянов, гармоников и аккордеонов. По выниках же конкурсной программы гран-при присуджена Дзянісу Угорцину из Минского державного колледжа мастацтва. Альчук, Ігор Марышченко, телерадіокампанія «Гомель». Для інвалідаў-калясачнікаў у Гомелі правялі майстер-клас па гульні ў боча. Гэты паралімпійскі від спорту набывае ўсё больш значную папулярнасць у свеце. За першай трэніроўкай назіраў Алекс Сінцюроў.
Сегодня у Гомеля люди с обмежеванными мальчимостями занимаются не 10 видами спорта. Волейбол, баскетбол, вольная борьба, мини-футбол. Зараз этот список планируется пополнить. Кто ведает, максимум про несколько годов, именно тут у Гомеля заявится новая пара олимпийских чемпионов, а поколь экзотичный для нас бочи. Гульня у шары боча вельми старожитная. Первое ведомое узгадывание об ее относится еще до 3-го тысяча года до нашей эры. Правда, как вид спорту, боча поравнально молоды. Первая пара олимпийцев у им вызначились только каля 30 годов тому. Непосредственно у Гомеля бочу вы решили развивать в рамках проекта «Школа життя у инвалидной колясы». Гулять у ЕЕ могут на вот люди, у яких есть серьезные проблемы с рухальным аппаратом. Есть категории определенные людей, которым положены помощники даже при броске. То есть человек, помощник, ему даст этот мяч в руки, поможет ему как-то удобно сесть, и этот человек только производит бросок. Есть более активные люди, которые это все делают сами. Достаточно серьезными, тяжелыми заболеваниями люди становились паралимпийскими чемпионами. Поэтому тут этот вид спорта дает такую возможность. Проведенный мастер-класс – первый крок на шляху развития у Гомеля новой гульни. В ближайших планах – подготовка тренеров и судей, которых накируете на специальные курсы. Потом специалисты наберут группы, у которых сможет записаться любой человек с обмежеванными физическими возможностями. До реализации проекта планируется притягнуть областный центр Олимпийского резерва по паралимпийских видах спорта, коррекционные центры и громадские организации. От початку занятку до паралимпийских вышень шлях протяглый, але первые спортсмены у Гомеля могут заявиться уже неделю. Раз три года. Начальная подготовка проходит в течение 3 лет. Начальная подготовка, когда люди знакомятся с правилами игры, учатся правильно вбрасывать, думают, как надо вбрасывать, когда, куда вбросить. Где-то примерно 3 года проходит. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Добрых вам выходных дзён і да новых сустрэч у эфіры.